20-й Магомедов Рамазан, 5-й Мусаев Улуби, 3-й Нухов Камиль, 95-й Раджава. Можно пробивать, пробивает, спасает Магомед Гусейнов. А вновь Идрисов выносит мяч защитник Арслан Алиев. Можно расстаться, расстается, удар поворотами, открывает счет в этой встрече команда Халифат и делает это. Можно пробивать, есть удар поворотами, Муса Алиханов в простой ситуации не забивает. В атаке Каспий, еще один удар, а вот сейчас они забивают. Умалат Даудов сравнивает счет. Да, вбрасывает. А вот здесь Сайпулаев опасно спасает. Голкипер еще один удар. И мяч летит выше. Отдал передачу, но не справился с этой передачей Джаватов. Муса Алиханов. Удар поворотами над перекладиной. Мяч пролетает. Мяч вперед. Алиев на Нухова. Нухов дотянулся до мяча, но там сыграл уверенно защитник. Салихов направо. Муса Алиханов под себя-то можно отдать. Нет, он пробивает и забивает. Муса Алиханов все сделал. Гулиев. Перевод направо на Арслана Алиева. Арслан Алиев. Шикарная передача на Гаджибатырова. Гаджибатыров. Почему все так долго? Нужно было и раньше пробить. Но все-таки Шамиль вновь до Даудова. Сайпулаев. Центр Магомедов. Один в один Магомедов. И Рамазан Магомедов делает счет 4-2. Вот сейчас видно. Можно, пожалуйста. Это самое приятное, что можно увидеть на футбольном поле. Итак, пенальти. Дайте пробить этому болельщику. Алиханов уверенно. И как же празднует Муса Алиханов. Лежит на поле, смотрит как будто телевизор у себя дома. Еще справа Джаватов. Под себя убирает Джаватов. Еще один финт заложил Джаватов. Заброс из богов! И что творит Каспий? 4-4! На последней секунде! Итак, первый пенальти и сразу же не забивает команда Каспий. Кубки. Несколько пенальти он отразил. Счет 0-0. Гулиев пробивает 1-0. Впереди команда Халифат. Мумават Даудов. Разбегается Даудов, пробивает и 1-1. В тот же угол, куда я прыгнул Алиев, но Магомедов против Гусейнова. Ждал. Думал, точнее, отправляет мяч. 2-1. Халифат впереди. Мамаев. Мамаев забивает. 2-2. Все слишком быстро. Пробивает. И забивает. И еще становится 3-2. Уверенно. Пробивает. Пенальти Муса Алиханов. И по центру. Наугад прыгал Алиев. Разбегается. Бербус Гасанов. Удар поворотами. Вновь. 4 из 4 уже Халифат реализовывает. Итак, возможно, это будет сейчас Руслан Рамазанов. Подошел к мячу. Пробил и забил. Итак. Важный момент. Итак. Кто же выиграет в этой дуэли? Арслан Алиев забивает. И Халифат проходит.